Посетители одного из торговых центров города стали зрителями праздничного рождественского флешмоба. Об этом наш следующий репортаж. Вечером 8 января у главной елки торгового центра «Тау-галерея» представители нескольких хоровых коллективов Саратовской епархии исполнили рождественские колядки. Обычай прославлять Христа и поздравлять друг друга с Его приходом в мир рождественскими колядками возник с очень древних времен. Наши предки знали множество таких песнопений. Это были как простые, так и очень сложные по музыкальному и гармоническому строю произведения. К сожалению, традиция пения колядок в России почти утрачена, а ведь христославные колядки – это не просто фольклор, они выражают живую веру. И, может быть, благодаря такому необычному знакомству с забытой традицией наших предков, этот прекрасный обычай получит новую жизнь.